Очень сложная игра во всех компонентах для нас. Мы вроде бы очень осторожно сыграли в первом тайме, и как показалось, что второй забитый мяч в раздевалку, наоборот, даст нам уверенность, придаст нам уверенность, немножко успокоит. В принципе, как мне показалось, игра проходила под нашим контролем. Но, к сожалению, все перевернулось. Игра приняла такой нервный характер, очень много появилось борьбы, очень много нейтральных мячей, подборы. К сожалению, мы не вовремя отреагировали на это. Очень много с этих подборов выходили через обводку, необоснованные потери. Я очень боялся, что мы доведем до определенного риска игру и поставим под сомнение результат. Но, как мне кажется, третий гол он так успокоил. Я не могу сказать, что с одной стороны вроде бы кажется и такой не совсем обыденный, но с другой стороны все-таки считаю, что мы заслужили этот третий мяч по совокупности моментов, по совокупности того, что происходило на поле. Лично мне само качество игры не понравилось. Поэтому я надеюсь, что к результату мы все-таки будем его добавлять.